Ну хотя бы 10 минут. Ты должен знать эту фонограмму, и ты должен сымитировать это. Это твоя имитация. Это ты будешь пьяный. Давай, Антон! Давай. Может, вообще глянешь, выползишь? Мы не работали еще с этой сценой вообще. Давай попробуем сейчас. Потом ты должен будешь его выучить. Она есть. У кого фонограмма? У меня фонограмма. У Яны. У Яны. Значит, смотри, у Яны фонограмма. Антон, вот то, что здесь сейчас стоит, это не комната уже. Это двор, это улица. Это улица. Ты можешь оттуда идти, понимаешь, все это. И ты идешь, и вот у тебя, вот. И ты радуешься жизни, несмотря ни на что. И у тебя вот это вот все. Свобода, она небольшая, сколько там секунд? Там совсем маленькая. 30 секунд, Антош, ты что думаешь? У тебя тут пода такая большая. Попробуй симпровизировать, ты же великолепный импровизатор. Попробуй, давай. А потом посмотрим, как это получится. Давай. Так я что, пьяница? Да. Ты муж, который любит выпить, но ты хороший и добрый. Ты хороший, у тебя очень занудная жена. И ты поэтому, понимаешь, пьешь. Давай, Антош. Блин, реально. Расслабься. Давай, Антон. Фонограммочка пошла. Вышел. Уже пошел, пошел, пошел уже. Ты поешь. Так, стоп, хорошо. Антон, было замечательно. Видишь, чтобы чух поднял? Зачем тебе? Ты ж не бомж. Ты не бомж. Зачем тебе? Я думала, ты цветочек, понимаешь? Я хотел цветочек, кстати. Так вот, ты понимаешь, у тебя тут клумба, и ты такой цветочек, понимаешь? Цветочка. Очень хорошо. И ты поешь, посмотри. Очень замечательно там что-то было, это было прекрасно. И в зал прямо. Ты-то жизни радуешься, у каждого свое счастье. Вот на данный момент у тебя счастье вот это. Ты забыл про свою сварливую жену. А где у него герань? Пока еще... Здесь нет ее? Пока еще нет, да. Пока еще нет. Вы поймите, что настоящей же герани не будет. Ну, понятно. Конечно. Ну, еще разочек, Антон. Пробуем. Да? Антон, очень хорошо. Значит, нужны сейчас уже такие акценты. Смотри, от цветочка ты, я не поняла, то ли ты понюхал, то ли ты выпил цветок. Да, ты что-то не то сделал. Посмотри, Антон, ты хорошо, что не сильно пьяный. Ты как раз такой, какой должен быть. Умница! Ты взял этот цветочек, понюхал его, отсюда у тебя ушло, да, и ушло вот это вот состояние. Всего 30 секунд, попытайся, потому что потом следующая фонограмма пойдет. Наташа, тоже 11-я, она, по-моему, да? Включите, пожалуйста. Тут еще две. Да, вот они все. Женщины с удачей. Нет, две, подожди, так, стоп. Да, ну-ка. Пойдете. Муж еле-еле делал. Смотри, вот верни сюда. Смотри, вот это ты. Жена твоя идет. Смотри, я буду. Toxic City.
выход. И сразу же Наташа выключит вторую фонограмму, и ты прячешься. Только ты вот не жди вступления, ты сразу... На сцене. Я в домике, типа. Я в домике. И глаза. Такой, ой, куда ты тут? Понимаешь, да? Зажмурился, она идет. Ой, сейчас что будет? Опять начнется. Ты-то, у тебя такое было хорошее настроение. Цветочки нюхал. Жизнь, красота у тебя, понимаешь? Все. И вдруг вот оценка, она оттуда появляется. Она оттуда у нас идет. Да, и ты. Ай-я. И сразу же спрятался. Ты только вот на первой фонограмме почему-то ждешь, не сразу выходишь. Сегодня? Конечно, ты сразу выходишь отсюда. И... Тихо. Опа, да ты не Поехали. Давай, не фонограмму. Ты запел? Вообще рубашку на себя. Смотри, Яна, ты должна отыграть.
она там началось, да, вот на этом, там, та-та-там, ты, и вот так началось, и все, и тут, значит, началась суета, и весь двор суетится, да, и муж приходит, но сейчас у нас с ним уже никого нет, просто пробуем сейчас пройти. А пусть Антон кричит. Да, Антон у нас кричит. Ты у нас да, так, я не помню, как мы потом возвращаемся. Вот они ушли, да, Любовь? Пойдем, ушли. Они ушли. А мы еще сидим вот так на лавке. Сидим. Ушли, потом же, потом она же еще белье развешивала. Это же потом. Нет, это раньше, это да? До этого. До этого. Сцены. Так, она до этого, правильно, она до этого развешивает. Потом они уходят уже полюбовно, да? Да. А потом, а когда идет у вас имитация? А мы все сидим вот здесь, вот играем. Мы в песочнице играем, они сидят разговаривают. А когда Настя? Когда Настя сидит, уже нормально они сидят. Настя, бабушка. Нет, Настя, а Настя проходит, они тут дети ей помешались. Она начинает рассказывать. Это до того, как она еще белье весила. Да. Это до того, как она белье развешивала. Давайте сейчас просто сработаем условно. Вот смотри, у вас общий двор, двухэтажный дом. Двухэтажный дом, давай представим себе, что вы с женой, ну, любите друг друга, у вас хэппи-энд, у вас все замечательно, все чудесно. Ну, где же такого мужа-то хорошего она найдет? Ну, как-то вот она поняла, что она не права, потому что там, да. Там стихи соответственные. Что, ты, у тебя, кстати, там у него 4 строчки. У тебя там 4 строчки. Вы все говорите, немного, но говорите. И вы должны будете оттуда тогда прибежать тоже все. И ты, а где мужа жива я забыла? Да. Ваня, чего мы не будем это? Ванька, жена рожает! Понимаешь, ты прямо ему, Ванька, Ванька. Ванька, Ванька, будь сюда, жена рожает! Да что ж это такое? И тут ты помогаешь все, и ты, значит, вроде как мужчина, понимаешь, должен помочь ей стать, тут Ванька выскакивает, так, отойди, жена моя, да, а тут он тебя дает, ну, ладно, и вроде как тебе страшновато, понимаешь, ой-ой-ой, она уходит, значит, за ширму, здесь у нас роддом, уходит, и вы все волнуетесь здесь, вот эта фонограмма финальная, ничего не будет, у вас просто волнение здесь, вы все просто волнуетесь, на лавочке. Просто волнуетесь, кто как, понимаете, кто как переживает это, Ваня, естественно, будет ходить, а ты так поймешь, вот смотришь, я хожу, я Ваня, я нервничаю, там, что же это такое, ты успокаивай Ваню, да, Ваня, да, предложи выпить, Ваня. О, кстати, да. Ваня, как понял ты? Ваня, да? Я сейчас Ваня, не учительница, давай, ты, там, тебе, да, Вань, да не перекрывай, ты просто, Вань, пойдем выпьем, ничего не